Сериал-артист с большой дороги, бывший театральный актер, ставший вором-рецидивистом по кличке Артист, выходит из тюрьмы после третьей отсидки и решает, что пора завязывать с криминалом. Но прежде чем уйти на покой, Артист хочет обеспечить себе достойную пенсию. Для этого нужен тайник с награбленным. Артист спрятал его в своем доме, где теперь живет невестка с детьми. Чтобы вернуть свое добро, Артист освежает в памяти навыки перевоплощения, переодевается в женщину и устраивается няней к собственным внукам.